Всем привет, дорогие друзья. Аккуратненько. О, ребят, берегите своих женщин, мам, бабушек. Им нелегко одевать нитки в иголки, поэтому есть специальные иголки. Вот с таким вот, ушком. Может, здесь плохо видно. Вы посмотрите на картинках в ссылочке в описании, перейдете по ней, посмотрите. В общем, здесь специальное ушко, когда вы вставляете иголку не в ушко, а просто зацепляете за бок. Удобная вещь. Я взял на всякий случай две упаковки. Как раз у продавца была, не знаю как сейчас, но у продавца была как раз скидка, если берешь у двух упаковок. Цена тогда вообще получается хорошая, приемлемая. Это и так цена недорогая. В общем, две вот такие вот упаковочки. В каждой сколько? 3, 6, 9, 12. По-моему, 12. 3, 6, 9, 12, да. 12 штук. В общем, рекомендую. Ссылочки будут в описании. Пока-пока.